утренний охранник собак. Собак не трогает. Знает, что они спят. Но хулиганит. Привет, белый. Доброе утро. Где твой руководитель рыжий? Он сверху. Да. Доброе утро. И мое сиденье. Не хулигань. Опять Формула-1. Куда она? Не, неинтересно, когда противник повержен. Пошли показывать, пошли, хватит валяться. Вставай. Пойдем. Нет. Все, никуда ты не пойдешь? Никуда. Зачем куда-то идти, если можно просто поваляться и поиграть? Еще сделать вид, что ты свирепая лиса, которая жаждет возмездия за то, что ее гладят и чешут. Вот так. Не нравится или нравится? Или и то, и другое? Вот такое вот колбасенное настроение. Или колбасевое, как это сказать. У лисы. Делает вид, что опасный зверь. Хотя это действительно так. Все, я ушел. Лиса на привале. И бабочка пролетела. Вы слышали песню Алисы? Да. Ну, лень и играть, конечно, на солнце, но хочется. Как же решать сию проблему? Что такое? Сосиски там дают где-то. Судя по тому, что ты принюхиваешься. Ой, жарко. Чем там пахнет? Куда? Все.
Мне, конечно, с вами нравилось, но пойду-ка я дальше. Поваляюсь в другом месте. Что там у тебя заначено в очередной раз? Все. Пометила и пошла. А, это кусок хлеба. О, так у тебя завтрака еще не было. Это Алисин завтрак, который она оставила вид двумя собаками. Все. Хм. У вас тут прям это. Девушка на каждом шагу завтрак раскидана. Лисяу пришла погладиться. Что ты укаешь? Что хочешь? А, погладиться хочешь? Или поиграться? О, кто-то вся в земле. Какая-то лисяка. А. Да, линяешь, надо гладить. У кого-то уже мордочка стала не такая толстая, как зимой. Ну вот. Хорошее настроение. И выспалась. Девочка сегодня даже без завтрака, мне так кажется. Да. Все равно настроение хорошее. Поиграться пришла. Грязная. Ужас. Ну ничего. Ты-ты. Всем привет. Заглажка лисы. Ты как это, как его? Как мясо на мангале крутишься. С этой стороны меня погладь, теперь с этой погладь. А это что было? Все, не буду больше гладить. Давайте посмотрим еще одно утро. И как сегодня себя ведет Алиса. Привет, рыжий монстр. Ну, оп, даже не поздоровалась. Эй, эй, Алиса, ну. О, другое дело.
Такая сегодня своя лиса. Ну что? Ты давно проснулась, как я вижу. А время еще 8 утра. Ну что у нас? Рассказывай. По часухе. Ой, лапой, лапой. Кто на вчерашнее видео говорил, что лиса обиделась? Нет, она не обиделась. Мне просто вечером я выложу это видео, если найду. Оно короткое, только вы звук сделайте потише. Где она на Макса нападала, кричала. У нее было как это нервное истощение было. Ой, ну прям вообще. Котенок. Легла? Давай, давай, переворачивайся.